Так, Майами Бич на экране. А это серфинговая территория, и здесь можно костюм взять на прокат серфинговый. Turn right toward Florida 913 South Rickenbacker Causeway. Это у дяди этот трейлер такой, этот моторхомчик маленький, старый такой. Вот это над ним головешка, в ней спать можно. То есть туда залазишь спать. Ну, типа как у водителей есть, тут троковых водителей, да, такое место для лежак, другими словами. Вот, вот так вот красиво. Так красиво. Так. Мы что заказали? Мы были в отеле и там пытались что-то номер продлить, то-то-то. Все, начали звонить, номер продлить, а потом все забыли про продлевание номера, потому что они предложили. Они уже, посмотрите, как красиво. Beautiful, это свое. Они предложили круиз. $200 с человека, куда хотите, в течение года. Они сейчас продают. Они присылали мне и ему много. Ну, когда присылали, знаете, когда начал разговаривать с человеком, они отели вот эти, то есть посредники между заказом отелем, отели между круизами, и он начал, что вы такой-то, такой-то, а там поинты есть, да, когда платишь за отель, и у тебя вырастают эти очки. И они говорят, у вас поинты есть, ну, давайте мы вам предложим вот круиз, а поедете когда, сами выберите. Короче, $200 с человека. Probably a good place to eat. Oh yeah, restaurant there, right? I know where it is. Pelican, Rusty Pelican. Oh my god. Мы согласились, когда поедем, не знаем. Я уже так подумала, думаю, конечно, это может быть не так надо делать, надо внимать, ну, как мы раньше, мы так круизы не покупали, высматривали сами и туда-сюда, да. Но сейчас я подумала, вот не купишь, не поедешь, знаете, вот, ой, это вот это ж надо заказывать заранее, а вот когда уже купил и знаешь, что надо ехать, что деньги заплачены, то все, уже безотложно собираешься и ничего не намечаешь. А то так иногда, что так, ну поедем, это вот до пандемии, конечно, не сейчас круиз, а до пандемии было, что, ну что, поедем там куда-то, там в круиз или туда, или сюда, значит, я потом, ой, так мне ж надо вот то, вот то, нет, я столько дней не могу, то не могу. А вот когда уже купил, все, значит, надо брать на много дней отпуска и ехать, и планировать, и все. И вот тогда-то все, уже ничего не планируешь, никаких поездок никаких, там, докторов или чего-то там, кашеварения дома, ничего, все, хорошо, все, уехал и все. Я вообще обожаю путешествовать, я люблю, ну, Ханька тоже любит, слава тебе, Господи, хоть такой попался, да, девочки? Ой, ну, как у меня одна девочка была, нормально у нее, вот, говорили за мужей. Нормально, он инженером работает и крутится так, ничего, дома его, нормально, говорю, дома его почти нет, слышите, девочки? Хорошо ей живется с ним, дома его нет почти, да? Ну, никто не беспокоит, делай, что хочешь. Она не работает, вот, и аквариум, Ханя, да, все, морской аквариум, здание там, все аквариум, да. Ага, и это... и доход ничего так нормальный, ну, на двоих все в порядке. Не любит никуда ездить. И она меня как-то спрашивала, ой, а вы ездите, да, вот-вот ездите. Я говорю, слушай, ну, на поездки на все, на... Она, я думала, что она меня спрашивает там на какие-то, ну, супер, там, да, какие-то поездки. Я говорю, на такие поездки надо деньги. Я бы с удовольствием бы вокруг Европы сплавала на корабле за $40,000. Не, это вокруг мира $40,000. Но выплыл в Италии и вокруг земли и приплыл в Италию. Там, кажется, нет, там, по-моему, не из Италии, они выходят откуда-то, не то из Филиппин. Или, а у нее не из Америки, вот отсюда, откуда-то, вот может из Майами даже. Да, точно. Круизный корабль
вокруг Земли. Нет, не вокруг Земли, как же он называется? По-русски даже не скажу, ну поняли меня. И он плывет, сейчас скажу сколько, да, наверное, дней 40. Наверное, дней 40. Вокруг Европы там поменьше, там что-то такое около 30 дней, кажется, 25. Я, ну, кто вот был, напишите. Останавливается во многих портах. Вот, здесь искусственное покрытие зеленое или просто покрашенное, так вот, что-то такое, или просто такая резинка приклеена специально для велосипедистов. Вот, а дорого. Ну, представьте, 40 тысяч вокруг мира, а, ну и там, и вокруг Европы будет 1025. Ну, разное есть, но хочется взять хорошее, слышите, 40 дней. Не будешь же там вот в середине, в кабине, где один иллюминатора даже нет, посмотри. Ну, только будешь ходить на деск, смотреть наружу. И заплывая во все города, ты же выходишь, тоже деньги нужны, потому что соблазнов много. И это, они там стоят, этот корабль в каждом порту, там по одному дню, по два дня. Да, наверное, по одному за 40 дней. Еще не обплывешь. Вот. Я говорю, ой, так на такие же круизы, что ты, что такие деньги в этом. В Америке полквартиры можно купить. А она мне говорит, да нет, вообще нет, это самое разрушение есть, а он не любит. Вообще, то есть, отработал дома, сел футбол, этот, американский футбол имеется в виду. Ну вот, там пообщается с друзьями, футбол, сюда вот такой вот спорт, читать, волейбол, смотреть. Конечно, это дело, видите, то есть независимо от того, что хорошо получает или деньги есть, сама же она не поедет. Она бы поехала, а может и не выпустит. Ну как не выпустит, но будет же ныть. Да, девочки, а мы же знаем, вот это нытье, это не дай бог, да? Как щелкнул бы по носу, да, когда начинается нытье, что, а, с кем ты едешь, а, о, как же это будет, да, вот, да, так они это, угу. Здесь все так же, только на английский надо перевести, вот, ну, и щелкнуть по носу можно, тебе ничего за это не будет, а если назад он попытается щелкнуть, так сразу раз, полиция приезжает, бум-бум-бум, независимо от того, сколько ты раз щелкнула ему по носу, хотя бы он раз тебя щелкнул, все, ты говоришь им, что был щелчок по моему по носу, по моему носу, и он оказывается в местах не столь отдаленных, это вот, вот, очень хорошо. Здесь за женщин, все за женщин. Они учат, говорят, в полицейских школах учат, ну, то есть, охранять женщин в первую очередь. Понятно, девочки. Во, дожились мы, да? То не могли с этой справиться ни с какой. Голосовать нам не давали, да? То есть, ну, это вот в Америке, например, не голосовали же они до какого-то там года. Когда они начали голосовать, бабы? Да где-то, может, 50-х, я не знаю точно. Говорит, я не помню. Говорит, 60-е. К 70-м. Да нет, не к 70-м. No, 20s, no. According to Wikipedia, after a hard-fought series of votes in the U.S. Congress and in state legislatures, uh-huh. The 19th Amendment became part of the U.S. Constitution on August 18th, 1920. 1920? Oh, в 20-м году. О, гляньте, жда радуется. Радуйся. Why are you happy? I said 19. Аж задергался, потому что со мной, что я проиграла. Я думала, где-то в 50-х, 60-х. I saw 50s, 60s. I mean women. Women. I talked about women. Right? Mm-hmm. В 20-м, да. А у нас вообще тогда никто ни за кого не голосовал. У нас тогда выбирался один красавец. И пока не помрет. А не помереть ему не давали. Эти самые целые врачебные институты работали на то, чтобы он не помер. Да, мальчики? Потом, когда помер, начинают все горючими слезами плакать. И по Брежневу я помню. Вот из молодых, они же Брежнева не хоронили, да? Вот, кто, может, кто у меня на канале. Вы не представляете, прямо, боже мой, а что ж это будет? Правда, да, но он был неплохой человек. И так это все обсуждали. А то, что нахрен держит страну,
в ежовых рукавицах, так скажем, не выпуская никуда. Вот хороший он, хороший человек, когда спит зубами к стенке. Хороший он был, правда. Я помню эти разговоры, правда, и такие все, ну, не плакали, как при Сталине, что волосы рвали на всех местах у себя. А так горевали, боже мой, что же делать? Вот. А кто же придет? Ага, вот, ну, да, значит, вдруг не найдется, да? Такого, ну, туда посадить. Ага, вот, надо же. Потом, когда уже начали один за другим, значит, этот мор пошел. Тогда уже как-то и перестали жалеть. Ну, а что жалеть, если уже похороны за похоронами? Ну, уже как-то обыденно, что пришел, посидел год, раз, закопали. А сколько это денег государственных посадить его на этот год? Все поменять под его фамилию, все это самое, кошмар. Со всеми этими обезьянами, господи, прости, встретиться с этими... У нас же не встречались с нормальными странами, а там, вот там вот, оттуда, из тех-то континентов. Пока все со всеми встретился заново, а помер. Следующий пришел, опять начинает встречаться с этими, менять этот нашу сталь на бананы, которых не видели в магазине все равно. Где эти бананы были, не пойму. Вот. В Москве иногда по очередям. Ага. Как интересно жилось. Так. Ну, это про это. What is this? What traffic here, honey? Very bad, huh? Maybe we have to go back. The traffic came here after we... Have to make a U-turn, yes. Въезд в это. В жилую территорию. Таунхаусы, соединенные дома, вот эти беленькие между собой. И видно, не очень новые, судя по деревьям, какие деревья большие здесь. Мы пытаемся выехать на одной пляж, на один пляж, на котором никогда не были, вообще в той стороне. И ничего не получается, вот уже второй раз возвращаемся назад. Там то, что-то проезда нету, построили какой-то subdivision, не выехать, ну вот так вот. Поэтому мы крутимся здесь, что я вам дома показываю. Это я вам не то, чтобы я вас говорю, приезжайте, вот такой покупайте, а это мы запутались тут. Ты что сделаешь? Хорошая территория здесь. Море, там за ними, там за большими домами море. Это, наверное, церковь. Что-то похожее или что это? Нет, это не церковь, это, по-моему, административный офис. Одно из subdivision, да. Тут уже на дороге паркуются, значит, эти дома без гаражей. Если эти ставили, это в парк люди пошли, не пойму. Нет, нет,
Нет у них там гаражей в этих домах белых. Ничего хорошего, они это старые, по-моему. Это что-то такое 70-х, может даже 60-х годов. Из гаража плохо. Что-то забыл в машине, бежишь, да? Далеко взял. Или что-то, гараж рядом, так ты что-то такое едешь, один чемодан раз положил в этот, в машину, пошел за другим. А здесь вот это вот пересекай, не то что пересекай улицу, они паркуются, наверное, здесь у них места. Но все равно. Выйди, сойди по лестнице, если это высокий. Там не по лестнице, там есть лифты, но все равно. Лифт нажать, спуститься. Положить чемодан, опять вернуться, нет. Нужно, конечно, покупать жилье там, где есть гаражи, недалеко от твоего жилья. Даже если ты спустился на лифте, они должны быть здесь, около подъезда. То есть стоянка, паркинг, не гаражи, паркинг. Ну а все у нас паркуются на улице, как вы видите, во Флориде. Никто не ставит в гараж машину. Ставят, если она лишняя, то есть, если она лишняя. Если, ну, 3-4 в этом машине. В семье, да, а гараж там только на одну машину или на две машины, тогда, конечно, они... Ой, смотрите, какое дерево. Вышли на пляж, вот там припарковались, но здесь, по-моему, закрыто. Нам надо найти access, говорят. Вход на пляж с другой стороны. Написано на входе, без собак. Без собак. Okay, so let's get you back to the car. We can Google and find access to the beach, no? No, that's what I was doing. So let's go back to the floor and we'll pass the river.